Приготовим оливье из курицы. Для этого нам понадобится курица отварная, далее огурцы соленые, отварной картофель, морковь, яйца, горошек, майонез и зелень. Итак, приступаем к приготовлению. Куриное филе отварили мы в соленой воде. Нарезаем филе на мелкий кубик. Нарезанное филе перекладываем в салатницу. Соленые огурцы тоже нарезаем на мелкий кубик. Перекладываем в салатницу. Добавляем зеленый горошек. Далее нарезаем мелким кубиком отварную морковь. То же самое проделываем с отварным картофелем. Далее нарезаем на мелкий кубик отварные яйца. Соединяем со всеми ингредиентами и далее нарежем зелень. Некоторые хозяйки в оливье добавляют лук, но я не люблю лук именно в этом салате, поэтому обойдемся без него. Сейчас нам нужно тщательно все перемешать. Далее добавляем соль по вкусу и заправляем майонезом. Салат готов. Приятного вам аппетита!